Всем привет! С вами Лилия Степанова и это видеоурок по масляной живописи. Сегодня с вами напишем морской пейзаж. Приступим! Начнем с приготовления палитры. Нам сегодня понадобится следующий набор красок. Конечно же, белила. Раскладываем несколько, на несколько частей. Голубая. Оттенки светлой зеленой. Изумрудная зеленая. Темно-синяя. Фиолетовая. Умбра. Сиена. Возьмем чуть умбры, немного сиены. Подмешиваем к желтой. Вот такой вот оттенок. Пробуем, смотрим. Чуть-чуть темнее тон. Плавными движениями скользим по полотну. Слышим такой вот шуршащий звук от щетинной кисти. Не обязательно сразу заполнять все поверхности холста, могут оставаться незначительные просветы. Впустим туда другой оттенок. Углом кисти вытягиваем небольшие хвосты из облака. Растворяем края облака. Следите за нажимом кисти. Если будете видеть, что краска сильно снимается, соответственно, необходимо делать нажим полегче. Обратите внимание, я затрагиваю края этого пятна. Цвет внутри сохраняю, растягиваю, плавно распределяю только хвостики, только края. Сбоку выкладываем, пока вот так грубо, не очень плавно, просто себе отметим место расположения нашей волны. Здесь более будет у нас крупная волна. Она к нам ближе, поэтому мы ее показываем в большем масштабе. Чуть выделим вот такими плоскими мазками. Оставляем здесь промежуток, здесь зайдет волна более горизонтальная. Здесь у нас будет накат волны. Здесь мазок будет вот таким образом расположен. А вот эта часть, вот этот уголочек, он будет работать на просвет. Набираю темную синюю и также за каждой волной
за вот это, здесь, тут. Добавим глубины и темноты. Вы можете смешать синюю немножко изумрудно-зеленой. Можно чередовать так, чтобы оттенки переливались в темном пятне, чтобы оно не было густым, плотным, забитым. Краска должна мерцать, играть. Также работаем сочетание изумрудной и синей. Помним, что краска должна мелькать, плавно перетекать из одного цвета в другой, из одной тональности в другую. Здесь вода уже более лежачая, поэтому мазки ориентируем относительно горизонтали, но не жесткие горизонтальные, а в плавных вот таких вот переходах. Немного наведем край линии более темным цветом, смешаем умбру, сиену и добавим чуть фиолета. Это будет падающая тень от густой пены на краю упавшей волны. Вот такой приятный, непонятный оттенок. Просто коричневый грустновато будет, просто фиолетовый очень ярко. А вот их смесь то, что надо. И также слегка границу растушевали. Промежутки мы оставляем, просветы, чтобы мы видели снизу песочек. Не увлекайтесь, все не забивайте плотно. Лучше сделайте меньше, отойдите, посмотрите и добавляйте постепенно. И у нас все будут стремиться лучики вот к этой волне, от нее. Упала пена, разошлась по сторонам. То есть вот будет поворот, поворот, вот направление. Вот сейчас тихонечко эти направления покажу. Вот такими лучиками мы будем тянуться к нашей волне пирамидки. Вот так, в таком духе, пока оставляем песочек, кисть убираем, добавим еще желтый белил и немного красной, алой и оранжевой. Работаем шпателем, им же намешиваем краску. Подвесим красивые вот такие вот акценты. Отблески от вечернего солнца, зарево. Пройдемся немножко по всему небу. В принципе, вот этот этап можно делать и сразу. Но если вы уже имеете уверенность в себе, что вы сделаете правильную композицию, но пока этой уверенности нет, лучше, конечно, сочетать вот с таким подмалевком. Так же, как мы работали кистью, аналогично соединяем
ребром, оттенки между собой. Из стороны в сторону. Мазочки, как чешуйки, как лодочки по форме. Вот и все. Желаю вам, как всегда, удачи, терпения, успехов в творчестве, да и во всем. Подписывайтесь на наш канал. Полную версию можете получить в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока. Удачи.